Господи, Господи. Что это? Кряковские. А это какие? Сущевские. Вон они, сущевские. А тут филоновские. Уже берут. Ты куда это, Николай? Поддержать надо. Так. А это кого ж поддержать-то? А? А ну идем, ребят, за воду. Ну, подожди, Колька, ты у меня еще напляшешься. Чего? Ты у меня еще напляшешься. А я, хозяин, плясать и не собирался. А ну идем, ребят. Что это вы, братцы, делаете-то, а? Да куда же вы уходите-то? Да что же вы, черти, делаете-то, а? Давай, давай.
Приказываю немедленно разойтись. На размышление даю одну минуту. Арестованные освобождены не будут. Роберт Карлович, а, Роберт Карлович, может быть, в шашечки сыграет? Mit großem Vergnügen, с большим удовольствием, Александр Петрович. Только один минуту. Я кончаю письмо своему сыну в Германию. А, пожалуйста, садитесь. Анька! Шляешься вся. Дома-то не сидится? Хорошая она у вас девочка, Александр Петрович. Ну, давай, давай. До свидания. Роберт Карлович.
Сафук Александр Петрович. Здравствуйте, Александр Федорович. Александр Федорович. Александр Федорович. Долго будет-то? Что будет-то? Забастовка. Забастовка-то? А так вот... А черт их знает. Ага. Так стало быть. Кто это такой, Александр Петрович? Жилец наш новый. Социал, революционер, демократ, забастовщик. Из тех, кто в 1905 году баламутили, и эту забастовку они заварили. И мой поезд летит, только дым за собой оставляет, а разбитое сердце болит и болит, и душа бесконечно страдает. Но чем дальше вперед, на душе все грустней, голова моя думать устала. Я вижу тебя средь блестящих огней, упоение шумного бала. Бриллианты кругом, кружева и цветы, бальный вихрь тебя нежно ласкает. Всех улыбкой радушной приветствуешь ты. Ишь, опять куда-то пошел. Твоих счастье сияет, но порой в тех глазах будто искорка слез. И я верю, что в музыке бальной тебе слышится шум от движения колес и свисток, и наш шепот прощальный. Папанька, что-то случилось? Чего еще? О! Сенька, вставай! Сенька! Спишь, черт? Сенька! Сенька, вставай. Тебе говорят. Чего вставай? Муся пришла. Да ну тебя.
Идем, 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 идем. Тебе говорят. Гутен Морген, Роберт Карлович. Здравствуйте, Александр Петрович. Роберт Карлович. А, Роберт Карлович, пойдем пивка трахнем. Александр Петрович, не знаете, что там гудит? Гудят. Случилось, что ли, чего? Пойдем посмотрим, а по дорожке пивка трахнем. О, Сергей, очень охотно, Александр Петрович. Я уже одеваюсь. Это вы чего же, Роберт Карлович? Ich kann nicht begreifen, где моя шапка потерялся. Семь минут. Ну-ка, прикиньте. Как, по-вашему, Александр Петрович? По-моему, хорошо, Роберт Карлович. По-моему, тоже хорошо. Пойдемте, Александр Петрович. Шапками закидай. Роберт Карлович, милый, да мы же сволочей шапками закидаем. Что вы говорите, Александр Петрович? Говорю, шапками закидаем. Не закидайте, Александр Петрович. У нас тоже шапки найдется. Вы знаете меня. Мы всегда вместе, рука об руку, вели борьбу за ваши права. И вы верили мне. Поверьте сейчас, теперь, в эту великую роковую минуту, когда немцы вторглись в пределы нашей страны, что делать? Ответ на этот вопрос надо искать в сердце русского человека. Перед лицом внешнего врага забудем внутреннюю классовую рознь и прекратите забастовку. И смело, с верой в победу, идите сражаться на поля брани. Идите сражаться на поля брани. Все эти пила слили,
что? Ты что, тебя спрашивают? Я пойду. Куда пойду? Да никуда он не пойдет. Нет, пойду. Куда пойду? Добровольцем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Раз сказал, значит и пойду. Тебе говорят, пойду. Тебе говорят, пойду. Что ты, Сенька? Что ты, милый, из нас одного хватает? Пусти, тебе говорят! Стой! Трусы. Я тебе пойду. Трусы! Пусти, тебе говорят! Вот дура-то. Лошака своего оставляю. Последи за ним. Вернусь, отплачу. А не вернусь, себе оставишь.
уполномоченный Союза городов в лице... С одной стороны, и купец второй гильдии Миткин, с другой, настоящий договор на поставку сапог для действующей армии по цене. Рашпиль, сынок, рашпиль. Сильней зачищай. Шуруй. Сильней, сильней шуруй. Вот так, вот так. Dank die Wacht am Rhein, dann unsere tapfere Kavallerie und endlich hinterdrein die Artillerie mit dem Geschütz und alle Mut wieder Ole Fritz. Kanonen rasselten Zug an Zug, der Bajonette Wald durchblitzte klirrend die freie Luft und endlich hieß es Halt! Здравствуйте. Будьте так любезен, получить, сколько я вам должен. Будьте любезны. Манечка.
чашечки, тю-тю. Папань, а немцы тоже? Чего, папань? Чего тебе надо здесь? Сей, какие-то кудри потерял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пусти! Эх ты! Нужен кому? Нужен? Нет? Николай! Колька! Чего тебе?
Выходи на переднюю линию! Быстро! Ты почему остался? Почему я спрашиваю? Ну, блин. Вон отсюда! Стой! Покажи! Ты у меня узнаешь! Что я тебе сделал? Что я тебе сделал? Что? Покажи! Ты у меня узнаешь! Что я тебе сделал? Покажи! Что я тебе сделал? Что? Что я тебе сделал? Я что? Отпусти! Что я тебе сделал? Что я тебе? Жив, что ли? А? Чё-чё? Чё? В плену, значит, да? Thank you.
чистом поле над окопами нежные восторги за нами. Вы, сволочи, христопродавцы, водят вас тут. Расстреливать вас надо, сволочей. Ihr schmutzigen russischen Schweine, ihr werdet noch alle einen tollen Preis für uns bezahlen müssen. Verfluchtes Gesindel.
Эйфелевский угол. Нет. Nein, nein, nein. Dreh mir. Moment. Знаешь, сколько? Час. Dreh mir. Дяденька, который час? Ну, 7 часов. Сколько? 7 часов. Schon 7 Uhr. Ich muss zurück ins Lager. Um 7:30 wird geschlossen. Wir können nach der Arbeit noch in die Stadt gehen, müssen aber pünktlich zurück sein. Ich habe hier in der Stadt schon überall nach Arbeit gefragt. Ich bin Schuhmacher. Ja, Sapoznik. Aber alle sagen, für Deutsche haben wir keine Arbeit. Die russischen Soldaten an der Front waren nicht so feindlich gegen uns eingestellt, wie die Leute in den Städten. Die Punimaisch. Aha. Meine Schwester sehr ähnlich. Ist nur etwas kleiner als sie. Ich habe schon sehr lange keine Nachricht mehr von ihr bekommen. Mein kleiner Bruder, ich glaube, er wird auch bald ins Feld müssen. Wenn er nur nicht an die Westfront kommt, sondern nach Russland. Ist doch noch besser als nach Verdun. Понимаешь? Нет, не понимаю. Ничего. Ich muss jetzt gehen. Ist schon spät. До свидания. Я стенда. Да тише вы, ей-богу. Ничего. Может, кушать хотите? Большое удовольствие вам. Mit sonderen Vergnügen. Как, как? Mit sonderen Vergnügen, Vergnügen. Mit besonderen Vergnügen.
Ты говоришь по-немецки, да? Ага. Это у нас вот такой Роберт Карлович, старик немец. Он давно уже уехал. Они с папой всегда в шашки играли. Вот он меня выучил. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, dass du Deutsch sprechen kannst? Da hätten wir uns doch so schön unterhalten können, den ganzen Weg über. Ich hab gedacht, du verstehst überhaupt kein Wort. Da. Что да? Hast du ein Messer? Сейчас. Чаю хотите? Я не чай пришел. Как фамилия твоего гостя? Мила Третья. Какой? Мила Третья. Ну, Третья. У них войски 8 мюллеров. Ну, так вот что, милый Третий. Сделай одолжение, отворот-поворот. Очень тебя прошу. Плохой смех. Вон отсюда. А он тоже сапожник. Вон отсюда, немецкая рожа. Папайка, и он сапожник. Стыдно вам, Александр Петрович. Ладно учить-то, а лучше тебя учителя отнайдутся. Он отсюда! Wo ist der Ausgang? Ausgang? Ищите. Я. Ну-ну. Дорт. Манька! Danke für alles. Leb wohl. Эй! Ну-ка, вынь, покажи. Ты сапожник? Я. Да, сапожник. Ну так вот что. Пойдем ко мне, подработаешь. Сам раньше на дому работал. Ну-ну, идем.
вашим слезам нет места сейчас. Сейчас война. И пока мы не победим, мы не можем жалеть врагов наших. Вы должны быть и телом, и духом вместе с нами. Мы делаем правое дело, дрянь паршивая. Здорово. Может, чайку? Что-то не хочется. А этот зачем у тебя? Слышь, лошадь давай. Моих не видал? Нет, не видал. Валяй шею. Ты говоришь о себе, о лошади, когда вся Россия плачет. Весь русский народ, не щадя силы жизни лучших сынов своих, в великой героической борьбе защищает родину. Из этой великой борьбы Россия выйдет обновленной и окрепший. Время отчаиваться, когда сердце переполнено радостью и сознанием скорой победы. Близка победа и только победа. Сбей немцев! Победа над немцами, победа полная и мщительная. Поднимет тебя из этой грязной ямы.
почта. Для вас письма приехали. Петру Иванову Каткину. Мне. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen. Ei warum, ei darum, ei warum, ei darum, ei bloß wegen dem kleinen bisschen Schinnwasser, Schinnwasser, bloß wegen dem kleinen bisschen Schinnwasser. Перестань петь! Перестань! Тебе говорят! Что же это вы наделали, а? Вон отсюда! Уйди отсюда! Вон отсюда! Уйди! Тебе говорят! Уйди! Бей немцев! Стойте же вы, сволочи! Что из того, что он немец? Он такой же сапожник. Ну чего вам? Расходиться надо. Ну, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну. Сеньку моего убили. На Колькину давай. Давай на Колькину.
Больше на волю пущать не велено, а то шуму много получается. Отойдите, отойдите. Давай, давай, спускай ноги, спускай. Спускай ноги. Так, спускай. Так. Манька! Иди домой, сволочь! Patriot, der hat mich niedergeschlagen, bloß weil ich ein Deutscher bin. Aber dann kam ein Mädchen, die war so nett zu mir. Wenn sie nicht gewesen wäre, sie hätten mich totgeschlagen. Царь наш от престола отказался. Врешь. Врешь. Что врешь? В штабу депеши есть. Угорячек-то. Угорячек-то. Фу ты. Сограждане, зашло солнце революции и растопило оковы тирании. Александр Федорович, Александр Федорович, здравствуйте, Александр Федорович. Некогда мне, некогда. От имени Временного правительства приветствую вас, свободные граждане свободной России. Ура! Теперь будет править Дума от народа. Дума. А я так полагаю, хрен с ним, с царем-то. Надо полагать, войны теперь не будет.
говорят, у помещиков землю вот горячка-то. Войне конец. Земля будет. Так. Ладно, наступать. Когда ж кончим? А? Ich habe Frau und Kind zu Hause.
А я так полагаю, что не хочет они воевать. Нет, не хочет. Давай. Объясни мне, милачок. Мы не хотим воевать. Они не хотят воевать. А четвертый год воюем. А? Пустили? Куда? Куда? Куда, Николай? Ха-ха-ха. Изменнику
Николаш, милачок. Винтовок. Винтовок начальству не давайте. Солдатских депутат зимний какой-то взяли. Садись, играй. В чем дело? Приехали, слезайте! Убирайся к черту! Я уже сказал, приехали! Не слезу! Вас вежливо просят, слезайте! Подчиняюсь насилию! Не подчиняйтесь! Петрусь, сведи! Иди! Вставай. Вставай. Вставай, Коля. Коля. Колечка. Колечка. Коля. Чего тебе? Вставай. Во горячка-то.